Айтишники Коми обогнали по уровню конкуренции петербуржцев и москвичей. На одну IT-вакансию в республике претендуют 23 человека. Ситуацию на рынке труда в этой сфере проанализировали эксперты сайта по поиску работы HeadHunter. По данным исследования, новых вакансий в сфере программирования в Коми стало почти на треть больше по сравнению с прошлым годом. Однако подросла и конкуренция среди местных жителей. На 7% увеличилось число резюме. При этом кандидаты в республике запрашивают зарплату больше той, чем им предлагают компании. Как правило, соискатели хотят получать от 70 тысяч и больше. Предприятия же предлагают в среднем около 50 тысяч рублей.